Во дворце водного спорта Заречного стартовал чемпионат области по плаванию. С 28 по 30 сентября участники соревнований будут укращать воду и бороться за места на пьедестале. Принимает участие порядка 250 человек сильнейших пловцов, но многих нет сильнейших, которые там на сборах где-то находятся, которые в сборной России, а так в основном сильнейшие пловцы области. В Заречный приехали спортсмены из всех школ плавания Пензенской области. Соревнования проходят по нестандартной схеме. Разделения на юношей и девушек нет. Зачет идет по абсолютному возрасту. Для зареченских спортсменов это первые соревнования в новом сезоне. К тренировкам на воде они приступили только 9 сентября, когда открылся бассейн, но уже показали отличные результаты. Сегодня я считаю, что очень хороший, высокий результат для своего возраста и даже для взрослых показал Ларин Роман. Он проплыл сотню кролем за 57 секунд. Свой личный рекорд побил на 2 с лишним секунды. Роман, несмотря на свой юный возраст, уже побеждал на соревнованиях различного уровня, в том числе и за рубежом. Вот и на проходящем Заречном чемпионате области наш пловец пробился в финальный заплыв. Конечно, много сложнее, потому что здесь более старшие года. А мы здесь самые младшие. Настрой зареченской команды на этот турнир по-настоящему боевой. Мы плыли 50 спина. Было не очень легко. Мне немножко не хватило. В следующий раз всех порву. Победители и призеры чемпионата области получат право представлять наш край на чемпионате Приволжского федерального округа по плаванию. Виктор Бондин, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный».